Приветики, 24 июня. Посмотрите, как спит Халюшка. Как мы сложили свои лапочки. Шушка внизу. Странно, почему-то обязательно. Обычно они спят вместе. Сусык, сусык, привет. Привет. Надо стекло с той стороны еще вам намыть. Полочки намыла, стекло нет. Иди проснулась. Яблоко дать, да? Ну что вам? Потыблочку покажите. Я вас подмету. Ну, держи. Чё, не? Не алё? Алё, и тебе алё. Помните, как я испугалась, когда потеряла Яшку, когда Яшка на втором этаже в уголке спал, а в комнате было темно, я его не заметила. Так вот, с того дня они в каких-то контрах, то есть кушают вместе. Кошка за дверями мягчит. Кушают вместе, а днем они расходятся по этажам. Яшка лежит наверху, Тришка внизу. Вы что, жилплощадь поделили, что ли? Да? Ну ладно. Бывало такое, что и задирались. Ну как задирались? Там друг друга пинали, что-то бурчали, кричали. Ну, сильно... Боже мой, как... Сейчас выйду, Лиса, сюда нельзя. Я не знаю, слышно или нет вообще. Просит, чтобы ее взяли. Так, что хотела я сказать. Короче, вот так вот, ну, и в каких-то контрах, ну, вроде так это, более-менее все нормально. И что с Колей, все в порядке. Вчера вернулся с рыбалки, я все показывала. Внешне и по разговору он восстановился. То есть все, он как был, такой он сейчас и есть. Слава Богу, как мама сказала, на все воля Божья. Поэтому пока ситуация вот такая. И после работы сегодня поеду в АМ-скул. Там Дуняшка в летнем лагере. Будет концерт. Вот. И потом после концерта заберу ее к себе домой. Кто где орал? Так, уже. Вот она. Вот она. Вот она в тарапочку замотана. Иди с Колей ложись. Телевизор смотри. Ох и кошка. Ох и кошка. Да, я туда не пускаю, потому что, ну как, наверное, надо забегать. Но там есть такие места, куда можно спрятаться и попысить, и покакать. Я хочу, чтобы она уже конкретно научилась в туалет. Пару казусов у нас было за это время, поэтому вот так вот. Чего ты? Коля в трусах, Колю не покажем. Вот так вот кошку. Иди кошку, сюда. Иди, Коля. Иди, Коля. И не ко мне, не ко мне. Правильно, тебе 3 дня не было. Все. Легко. Ну сейчас она играется, она с тобой ляжется. Она не сидит ни на месте, ни на чем она не сидит. Обогревателя выключила на день. На ночь включаю. Всем приветики еще раз. Вот она я. Сегодня опять я одна, вчера тоже я без девчонок была, завтра уже Ольчик выходит на работу после выходных, Анютка выходит в понедельник. Вот, Женек со мной больше не ездит, он отремонтировал свою машину, ездит на своей теперь машине. Вот, и Оля у нас, по-моему, с 1 числа она идет в отпуск, но никуда не поедет, она поедет, кажись, осенью в Брянск, а сейчас она никуда не поедет. И у нас с ней в планах, если будет хорошая погода, если время будет позволять, съездить. Тут есть красивые места в Мурманской области, где я не была ни разу. Вот, съездить отдохнуть вместе. Если, конечно, Коля захочет сопровождать нас, то ради Бога. Или Саша, ее муж. Ну, вот желание просто съездить вдвоем, без всяких мужиков. Просто полежать на свежем воздухе возле водички, позагорать. Ей, правда, нельзя ни жару, ничего. Но она может под кустиком где-нибудь, под деревцом. Вот, в машине тоже, если будет жарко, у меня есть кондиционер. Поэтому планы такие у нас на это лето. Ну, не то чтобы на это лето, но планы куда-то выехать с ней вместе, отдохнуть. Было бы неплохо. Переделала всю необходимую работу. И теперь только надо отвлекаться, когда заходят покупатели. Пока покупателей нет, я сижу, занимаюсь потихоньку своими делами. И вчера я начала вязать игрушку, но нашла дома вот эту черепашундрию. Чуть-чуть я ее не закончила перед отпуском. Надо пришить лапки, оформить мордочку. Вот, и усё, такая игрушечка будет у меня уже готова. А я про тебя и позабыла. Ну все, черепаха-улыбака готова. Мордочку оформила, лапки пришила.
Все, черепашундрия готова. Ну что могу сказать, я уже отработала время. Сколько? Время 16:15, а мне надо на 17:15. У меня не было смысла ехать домой, посижу здесь часик. Взяла вязание, повяжу немножко в машине, но прежде чем вязать, вот обкекали меня, кстати, как обычно, погуляю немножко по скверику. Я еще помню этот скверик, когда здесь не было асфальта. Дуняшка еще была маленькая, и я гуляла тут, здесь были просто заросли, высокая трава, не было вот этих вот лавочек. Ну, короче, просто был такой вот парк заросший, а сейчас тут и лавочки, и красота, поэтому пойду прогуляюсь, а потом, если будет желание, могу повязать. Сейчас обойду скверик, потом можно подняться туда наверх. Интересно, что там. И сейчас пришло сообщение с Озона, я заказала Лиске когтеточку, потому что она лазит по мне как по дереву. Я не знаю, как ее от этого отучить. То есть прыгает на штаны, ну дома я обычно в штаниках, и потом по одежде на плечо она так карабкается. Но она же вырастет. Она и так сейчас мне больно иногда шкарябает. Вчера вообще я была не в штанах, просто в туничке. Она мне прыгнула на ногу, пыталась таким образом по мне подняться. Не знаю, как отучить, вообще понятия не имею. Так, ветер задувает, ушла немножко в сторону. Вот. Бить кошек нельзя, вообще ни в коем случае нельзя. Они этого не понимают, и это не наказание для них. Это, то есть они не поймут, за что их бьют. Ругать, ну как я ругаю, Лиса нельзя, Лиса там перестань. Лиса, ну-ну-ну, вожу вот так вот перед носиком пальцем, потому что они как бы не любят, когда перед мордой водишь чем-нибудь. И я вожу вот перед носиком пальцем, Лиса нельзя. Ну иногда же она подходит сзади, вот, с тыла, и вот так вот прыг-прыг, она уже на плече. Ну как она это придумала? Причем она проделывает такие вещи только со мной. С Колей она такое не делает. Гляньте, какие тренажеры интересные. Тренажеры что-то или лазалка? Нет, она на лазалка. И вот лазалка. Не, для деток классный здесь городок. Очень здорово. Там он для мальчишек тоже. Всякие эти турники. Классно. Ладно, посмотрела. Так, а тут тропинка куда ведет? В забор, что ли? А зачем так? Ладно, хотела подняться по лесенке, пойду поднимусь. В принципе, тут он сидеть хорошо, с колясочкой гулять. Классный скверик оборудовали. Поднялась наверх. А тут, походу, школа, наверное. Ну, школа, скорее всего, похожа на территорию школы. Да, стадион. И где-то громко-громко лают собаки. Ладно, пройдусь немножко. Потом вернусь в машину, посижу чуть-чуть. Покрючкую. Ну, хотите сюда садитесь или куда? Там одно место. Вы можете с краешку сесть? Это не детский, не детский разве? А я не знаю. Федя, как здесь? Дай лапу. Дай лапу. Ну, молодец. Мужик, ну, что ты сильный какой? Я не пересекла. Плохо слышно, музыка орёт. Целовал, что ли? Баба тебе ухо дала, а ты её целуешь. Здравствуйте. Уважаемые родители, мы очень рады вас видеть. Мы очень рады, что вы пришли посмотреть на плоды трудов ваших деток. Они все старались, они все молодцы, мы всеми ими гордимся. Я уверена, что вы будете довольны нашим выступлением, что вы будете довольны своими детками. Давайте поддержим их аплодисментами. За меня хлопай, у меня руки заняты, ты за меня хлопай погромче. Начнем мы наш концерт с номера «Сценка в театре». Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. С моей подругой Бубой мы все театре сняли шубы. Сняли теплые платки. К вам в театре в раздевалке дали руки на мерки. Наконец-то я в балете. Я забыла все на свете. Я сейчас увижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы. Ту-ту-ту! Мы с моей подругой трубы даже вздрогнули слегка. Вижу, нету номерка. Может, он под стул где-то? Мне теперь не до балета. Укатился он куда-то? Я в соседний ряд ползу. Удивляются ребята. Кто там ползает внизу? Тут
все ушли из зала. Мне очень нравится балет. Ребята мне сказали. Красивая? Леняшка красивая, да? Очень красивая. Она летала. Летала? Принцесса. Я молодец, скорее скатился на колени. Другой кричит, какой герой, погоночку назвал бы. Другой кричит, я просто гений, я прочитал большой рассказ. Другой кричит, по части Ленина, ты точно гений, в самый раз. Они кричат на перебой, они все время ссорятся. Один хвостун, ну а другой, наверное, голос совести. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про тепло. Перед родителями, перед взрослыми, поэтому мы давайте еще раз поддержим. Далее у нас в программе музыкальный номер «Лассейн» от Марии Новиковой и Ирины. More and more, people just want more and more freedom and love.
Я люблю, мамин, он мешает,
большое спасибо, что выбрали именно нас. Мы постарались сделать так, чтобы эти две недели в жизни ваших детей были яркими, светлыми, счастливыми и радостными. У нас получилось? Да! А теперь небольшое награждение. Каждый из наших малышей постарался, и каждый из них был первый в определенной номинации. Почетная грамота в номинации «Мисс Улыбка» вручается Старунтуне. Ух ты! Я бы послушалась. Нет, не послушалась. Почетная грамота в номинации «Мисс Любознательность» вручается Никифоровой Софии. Почетная грамота в номинации «Спортивный мэн» вручается Хайрамату Владиславу. Мамака-помогака. Почетная грамота в номинации «Мистер Обстоятельность» вручается Никифорову Дионису. Почетная грамота в номинации «Мисс Обаяние» вручается Камаловой Марии. Привет! Привет! А ты не проходил тут это недавно? Ну, да. Я в машине сидела. Похоже, ты проходил. Не, ты проходил. Нет, не я, здрасте. Данюка, похоже, грустинка какая-то напала. И она в комнату куда-то ушла прям в дальнюю. Вот Саша с ней что-то закрылась там. Тебе больше мой привет. Тебе больше мой привет. Ребенок. А Федя в машине? Да, там спрятался. Мини-Славка? Да. Ты мини-ребенок, ты хороший мальчишка такой. Ё, ты что, такой вредный вообще. Любишь гонять на вот этом? Да. Я не умею. Он впитал все самое вредное от обоих. Родион, аккуратно. Видишь, машины там ездят, вроде. Ты бандит, да? Ты бандит в папку с мамкой? Хулиган. Хулиган? Редкостный. Нормально, мальчишка. Ой, да у меня... А сегодня выпускной, что ли? Да у меня двухколесный. У тебя двухколесный? Смотри, раз, два, три. Три колеса у тебя. Нет, смотри, видишь, у меня два. Пять, с утра? Ну, впереди два, а сзади одно. У меня трехколесный. Вот, сейчас еще поедет машина. 30-го июня. Лиса, глянь, какая у тебя игруха есть. Глянь, какая игруха. Корябайся, вот, молодец. Молодец, дери когти, умничка. Умничка. Дай понимать. Вот, и игруха тут у тебя есть. Ой, и шарик, можно еще что-нибудь прицепить. Вау. Браво, кошка. Браво, кошка. Вот. Когда хозяев не будет, пожалуйста, игра тебе. Вот это и... да, вот это да, вот это красота, вот это прелесть. Это хорошая кошка, ты со мной даже не тискалась, значит, плакала по мне, а теперь вот вообще никогда. Ну, ты предательница, конечно, вообще. И чё скажи, я с тобой тоже потискаюсь и полюблюсь. Мне же... Предательница. Да. Короче, какие наши дела? Пришла домой, я говорю, Коля, давай сделаю... Эти сырники, он, нет, сделай блины. Да мы ладно, сделаю блины, может, Дуняшка позавтракает. Коля, кстати, уже поел блины, сейчас расскажу, что было с блинами. Значит, что, думаю, Дуняшке на завтрак, Коля на завтрак, хорошо, сделаю пюре. Я люблю пюре, Дуняшка любит пюре. Так, все падает, это, конечно, караул какой-то. Сварю суп, все нормально, сходила в магазин, делаю блины, приходит Коля, говорит, где молоко? Я говорю, молоко в мягкой пачке, я говорю, стоит в коробке, вот такой коробке, ну, такой вот, и оно так в мягкой пачке отрезано.
Я говорю, бери аккуратно. Он или не понял. Он, короче, берет он молоко, все молоко льется, не всю часть молока на пол. Кошка бежит лакать молоко. Я бегу вытирать молоко, чтобы кошка его не лакала. Губы не делай так, видишь, у тебя это ранки, Донь. Вот, чтобы не лакала. Короче, помыла пол. Тут только я помыла пол, Дуня кричит: Леда, дай тряпку. Она разлила доширак. Открывай тумбочку, оттуда что-то летит. А, до этого Коля разбил тарелку. Брал тарелку, как она у меня с рук выскользнула, разбил тарелку. Это караул какой-то, это просто караул. Короче, все, блины я сделала. Пюре сейчас потолку, суп сварю. На сегодня баста. Будешь готовить? А что, твердая была? Кто? Ты вообще на рутомане? Все, вот это убирать? Да. А то опять на полу будет. Кстати, сегодня в этом лагере так смешно было. Смотрю, Дуняшкин аксолотль, вот этот вот, лежит в коридоре. Я такая беру аксолотля, иду с ним на выход. Думаю, Дуняшка забыла. Бежит девочка, забирает у меня аксолотля, говорит, это мой аксолотль. Я думаю, ну ладно, хорошо. Потом эта девочка меня догоняет, дает мне другого похожего. Ну, они практически одинаковые. Не одинаковые, но чем-то... этот просто он немножечко похудее, и в нем шариков не так много. О, короче, дает мне такого же, но для меня не одинаковые. Дает, говорит, это Дунин аксолотль. Господи, чуть не уперла чужого аксолотля. Все, у нас уже вечер. У нас уже вечер. Кошка мне все мешала, бегала за мной. Сейчас выдирается. Дуняшку я накупала. Вот, все дела переделала. Дуванчики поставила сушиться в сушилку. У меня в пакете лежали в холодильнике. И думаю, все, сегодня не монтировать ничего не буду. У меня выложено на 2 дня. Отдохну. Умоюсь и отдохну. Лягу, поковыряюсь в телефоне. И что вы думаете? Только собираюсь идти в ванну. Бам-бам! Вспоминаю, что сегодня пообдирала ногти, пока дома тут кое-что прибирала, кончики ногтей пообдирала. Завтра на работу идти с такими ногтями позорно. Сейчас быстренько сниму лак, покрашу хоть немножко, хоть на один слой каким-нибудь цветом. И все, тогда уже буду отдыхать. Коля спит под телевизор, Дунька в телефоне ползает с полотенцем на голове там сидит. Все, с вами буду прощаться. Всем пока, всех люблю. И, конечно же, до новых видео.